глаза нет, в палаточку его затягиваешь. О, всю ночь тепло. Я уже снимаю. Нет, ну давайте я расскажу тогда. Андыр, представляю ваше внимание. Большая линейка, то есть начиная от маленького, который весит около 50 килограмм, заканчивая большим до 120 килограммов. Функционал в принципе один у всех. Единственное, что чем различается, это объем чаши. Вот, допустим, данный тандыр казачий. То есть в своем арсенале имеет маленькую крышечку, большую крышку. Также чаша для приготовления овощей. Сюда также можно куриные ножки повешать. Вот сюда надевается полностью курица, вкручивается в данную чашу. И из курицы, соответственно, весь сок пропитывает овощи и либо картофель. Также в комплекте имеются совочки, решеточки. Чаша очень объемная. Для людей, кто любит готовить при разжигании казана, тандыра, можно сразу ставить сюда чашу. Соответственно, можно готовить на ней что-то во время того, как стенки тандыра прогреваются. Либо плов, либо уху. После того, как тандыр прогрелся, снимаете чашу, надеваете мясо на шампура, опускаете, 15 минут, шашлык готов. Вытаскиваете шашлык и пошли лепить лепешечки. Лепешки по стенкам готовятся примерно 7 минут, после чего совочком, шумовкой снимаете, удаляете. Также в данном тандыре можно приготовить и баранью ногу. То есть объем тандыра позволяет, стенки прогреваются, то есть за 2 часа баранья нога будет готова. Ну, отличное решение. Вам порекомендовать для людей, кто любит путешествовать, заниматься рыбалкой, вот эти два тандыра. На них не только можно готовить, да, вкусные вещи, но также вечерком заносите тандыр в палаточку, надувные матрасы и до утра ни холод, ничего вас не побеспокоит. Также для людей, кто любит активный отдых, проводит время на природе, особенно длительное время, охота где-то и помыться, и попариться. Отличный вариант для бани по черной. Но только в чем плюс? Тандыр горячий заносите в баню. Стоит он полчаса на решетку колосниковую. Ставите сюда перегородку, на решетку колосниковую. Ложите камни, камни водой поддаете, и пар, соответственно, выходит вашу баню. То есть не пахнет ничего от него, только тепло и комфорт. Приходите в наш магазин.